перед вами выступают популярнейшие куплетисты Гарри Сольди, Билли Мольди. Граф Толстой неоднократно утверждал, что вся наша жизнь — это прямая железная дорога. А у окна стоял мой чемоданчик, а у окна стоял мой чемоданчик, а у окна стоял, а у окна стоял, а у окна стоял мой чемоданчик, а у окна стоял, а у окна стоял, а у окна стоял мой чемоданчик. А ну-ка убери свой чемоданчик, а ну-ка убери свой чемоданчик. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в студии ТВ «Шанс» актер театра и кино Аверюшкин Николай. Николай, мы рады вас приветствовать. Расскажите немножко о своем творчестве. Немножко это как-то не получится. Надо говорить все время много, потому что творчество идет уже давно. В этом году, нет, вру, в следующем году будет 35 лет моей деятельности как актера кино, представляете? А вы говорите немножко. Немножко это просто не выйдет. Вот вам немножко, немножко 35 лет. За это время сделано очень и очень множко всего. Начиная с фильма «Мои джазы» и заканчивая сейчас сериалом «Универ». И вот большой выйдет, хороший фильм, прекрасная, я думаю, уверен, режиссерская работа, и вот наша тоже, надеюсь, актерская. Режиссер Владимир Кот снял полнометражный фильм «На дне» по пьесе Горького. Вот там я играю Губного. Замечательное произведение «На дне», я также его читала, и мне очень приятно, что у меня есть возможность с вами сегодня общаться. А скажите, какое ваше самое любимое произведение? Это невозможно, потому что самое любимое — значит, что-то одно, ты на нем зациклился, остался, и больше нет ничего. Нет. Вы знаете, есть много, есть совершенно разные авторы. И американские, и наши русские авторы. Совершенно, знаете, литература, она довольно богата по всему миру. И говорить о том, что что-то вот такое любимое, сказать, допустим, есть книга одна, это Библия. Она на все времена. Это да. Но тоже говорит, что она любимая или как. Она книга, которая, может быть, должна быть настольная. Но любимая... это не могу, не могу. Вы знаете, вот вы мне второй вопрос задаете, я второй раз не могу вам конкретно на что-то ответить. Хорошо, я думаю, сейчас вы ответите конкретно. Давай. Николай, скажите, пожалуйста, вы считаете себя счастливым человеком? Обязательно. Только счастливый. Даже не обсуждается. Знаете, как некоторые говорят... Вот, мне бы сбросить сколько-то там лет, и я бы там вот что-то бы... Я бы ничего в своей жизни не переделывал. Все сделано правильно, все сделано верно. А самое главное, что я так иногда задумываюсь, а сколько еще впереди сделать предстоит? Страшное дело, ей-богу. А в чем тогда секрет вашего успеха? Знаете, наверное, все-таки... В том, во-первых, что я занимаюсь любимым делом. Не потому, что я пошел в эту профессию, потому что там денег заработать, там получить там известность какую-то. Нет, вот поверьте. Хотя, конечно, ну как артист, он хочет быть известным. Это и не обсуждается. И деньги нужны, конечно. Но главное – это желание. Главное, чтобы внутри было что-то, что вот без этого нельзя. Понимаете, это творчество есть ведь не только вот в нашей профессии, в сценической. Творчество есть в любой профессии. Простите, сапожник может быть тоже творческим человеком, смотря как он подходит к своему делу. Вот, собственно, все. Спасибо большое. Мы рады сегодня приветствовать вас у нас в гостях. И, конечно, в новом году мы желаем вам творческих успехов и всех благ. Спасибо, а как я-то рад, Господи.